Что, смирно? Вольно. Вольно. Заправиться все. Заринский военно-патриотический клуб «Маргеловец» готовит будущих солдат уже более 5 лет. Сейчас здесь занимается 21 курсант. При этом в рядах ВПК не только парни, есть и девушки. Все они получают начальную военную подготовку. Разбирают и собирают автомат, изучают устав и рукопашный бой, а также прыгают с парашютом. Я хочу 3 прыжка сделать, как минимум, потому что при 3 прыжках дают разряд по парашютной подготовке. Прыжок очень охота сделать уже поскорее, как-никак это новые эмоции, новые ощущения, и поэтому хочется вот прям побыстрее прыгнуть уже. Однако из-за отсутствия финансирования прыжки вынуждены оплачивать родители курсантов. При этом стоимость одного – около 5000 рублей, что существенно бьет по семейному бюджету. Для того, чтобы помочь семьям воспитанников, клуб решил принять участие в конкурсе проектов, объявленном фондом депутата Госдумы Александра Прокопьева. Сейчас мы подали заявку на грант. Это первое, чтобы нам, конечно, проплатить прыжки. Второе, мы хотели бы свозить их в ЗАТО Сибирск, если нам договоримся на боевые стрельбы. Ну и третье, как бы сказать, это патриотическая направленность, свозить ребятам по музеям. Еще один коллектив, который принимает участие в конкурсе – коллектив детского сада «Колокольчик». Здесь все дети, начиная с младшей группы, среди которых есть и малыши с нарушениями развития речи, занимаются музыкой. Ребята сами выбирают для себя инструменты, осваивают их вместе с педагогами и учатся играть в оркестре. Ребята учатся играть на шумовых в основном инструментах. Это у нас деревянные ложки, бубны, барабаны представлены. Также, конечно, мы используем для работы музыкальные инструменты металлофоны, ксилофоны. Есть у нас инструменты, сделанные своими руками. Такие занятия, говорит Татьяна, воспитывают в детях познавательную активность и творческий потенциал, а также совершенствуют крупную и мелкую моторику, развивают слух и чувство такта. В планах педагогов создание уличной музыкальной площадки с символическим названием «Уличные музыканты». Это и глюкофон, это и ксилофон, это и барабаны, это и панфлейта, это и гонг. То есть разнообразные инструменты, они будут на определенных арках, подвесные, и возможность доступа будет абсолютно любых детей разного возраста. Еще одни участники конкурса фонда Александра Прокопьева – юные заринские туристы. Уже более 20 лет объединение регулярно устраивает походы. Маршруты школьники разрабатывают вместе с опытными инструкторами. Так, прошлым летом туристы составили и прошли по Алтайскому краю почти 10 маршрутов, каждой длительностью 3-4 дня. Самый интересный поход это был в Бобровку, такая деревня. Туда мы сначала ехали на электричке до Барнаула, а с Барнаула по реке мы плыли на теплоходе. Мы ходили по окрестностям Бобровки, ну, за окрестностями Бобровки, все смотрели, изучали, там были всякие пруды. Короче говоря, смотрели природу. Такие наблюдения дополняют абстрактные теоретические знания, развивают культуру восприятия, помогают познавать окружающий мир. Участники походов регулярно пополняют фонд музея. Из своих путешествий школьники приносят редкие камни и предметы быта. Ночуют юные туристы в палатках, но за годы использования они, как спальники и рюкзаки, пришли в негодность. Вот оно все, истрепанное, старое, где тоже фастексов нету. Вещи потертые, прожженные. Кроме того, говорит Светлана Вайгель, в старых спальных мешках дети замерзают при ночевках даже в плюс 15 градусов. Обновление инвентаря, считают, в объединении позволило бы возродить местный туризм. Люди изначально, из древних времен, привыкли перемещаться куда-то, смотреть что-то новое, изучать новое. И те люди, которые у нас когда-то занимались, когда были маленькими еще, они сейчас вспоминают с теплотой в душе, в сердце, о том, какие были путешествия, как это было интересно. И вот итоги конкурса «Мой проект моему городу» подведены. Победителями стали 8 проектов различной направленности. В том числе гранты получат юные военные из ВПК «Маргеловец», детский сад «Колокольчик» и заринское туристское объединение. Также в числе победителей и кавер-группа «Квинта», с которой Александр Прокопьев встречался при старте конкурса. Музыканты мечтали о новой барабанной установке. Теперь они, как и другие призеры, смогут реализовать свои социально значимые проекты, а значит, будут развиваться и двигаться дальше. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, «День с толком».